Стальной хват России, привет большой. Все подписчики на канале YouTube, привет большой. 17 августа, понедельник. Обеденное время. Мы получаем очередную посылку. Только что курьер занес с очередным твиссером. Ребята, кто в теме, уже ждали. Это, значит, сейчас увидим, что это. Не в линейке твистер. Он нужен, чтобы перейти на вот этого монстра. На 110-го золотого твистера. А чтобы перейти с сотки, нужен 105-й. Давайте смотреть, ребята. Я все сейчас покажу. Единственное, я вот в сторону уже убираю коробочку. Сейчас будем ее вскрывать крутым ножом. Значит, смотрите. Я приготовил. Здесь пустые места. Будем записывать показания. Итак, ребят, есть. Ну, вот так, наверное. Ну, для меня вот так будет правильнее. Есть калибровка, точнее, все размеры сотки, вот они, и есть все размеры 110-го. Давайте сравним, я тут под себя положу, чтобы было интересно видно. Ставлю камеру. Итак, это я заказал для себя, 105-й. Почему для себя 105-й? Ну, потому что работать, ребята, на 110-м, ну, тяжело. Скажу, как есть, это достаточно сложный твистер. И к нему, ну, чтобы к нему подобраться, надо быть гораздо сильнее. Итак, вот здесь, ну, сумочка внутри, не буду даже смотреть. Итак, оп, снимаю. Ну, уже такой вот зверек чувствуется. Да, да, 105-й. Слава, слава Богу, потому что я боялся, что придет не 105-й. Хотя у них он не в линейке, но его можно заказать. Вот и все. Итак, я поставлю. Тоже надпись. Гао Инк. Вот он, 105 килограмм. Да, ребят, будет сложно, будет сложно. И, наверное, я сейчас отойду от замеров, от традиции сначала замеры, а потом с ним поработать. Я сначала все-таки с ним попытаюсь что-то сделать, ну, потому что нагнал уже волну в себя, поэтому... Ну, как-то надо выплеснуться. Надо выплеснуться. Диман Пономарев, привет огромный. Значит, Диман сказал за края два раза максимум. Леха Ручев то же самое. В общем-то, поспорили с Диманом. Либо я раз полностью закрываю за ручки. И тогда я победил. В случае победы, в общем, договорились так. Если я проигрываю два раза за края, то два эспандера в подарок Диме Пономареву. Если выигрываю хотя бы раз полностью за ручки, тогда Диман приезжает ко мне и в течение месяца будет выполнять мои задания. Разные по магазину. Ну, прибраться где-то, что-то отнести. На полке что-то расставить. Но чувствую, что твистер ураган. Еще сегодня чуть-чуть палец подорвал. Ну, давайте посмотрим. Возможно, невозможно.
сразу с упаковки беру полностью. Беру полностью. Давайте посмотрим. Возможно это. Два раза полностью за ручки. Дима, дорогу знаешь, билет покупаешь. 105-й с упаковки полностью за ручки на два раза закрыл. За края не будем обсуждать, сколько там смог бы. Три раза, а может те же два, но скорее всего, конечно, больше. Ну, в общем-то, вот так. В общем-то, этим хотел закончить, но с этого начал. Ну, давайте теперь моя душа спокойна. Слава Богу. Я так и хотел, я и думал, что приедет твистер. Ребят, дальше отойду, который можно будет сразу же сходу на 2-3 раза. Я и всем говорил, на 2-3 раза полностью за ручки, это боевой твистер. Сразу же, причем, с упаковки. Соответственно, прожатый чуть-чуть, в общем-то, состояние внутреннее души и тела повыше. Ну, можно с ним работать. Это не 110-й, это все понятно. Итак, ребят, ну поехали. Кисти по кистям бьет. Общая длина. Значит, у сотки 710, 722 у 110-го. 715. Ровно 715. Так и запишем. Общая длина 715 миллиметров. Ну, получается 710, 722. Ну, примерно, да. Теперь длина пружины 375 у сотки, 410 у 110-го. 387. Длина пружины 387 миллиметров. Диаметр пружины 44,8, 45,9. В общем-то, все здесь. Сорок пять тридцать два. По нулям пишем 45,3. 45,3. Количество витков намотки. Ну, тут как бы будет очень сложно разбежаться, потому что 43 у сотки, 44 у 110-го. Тоже вот оно начало и вот конец. Ровненько виток. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43. 43. Не дотянули до 110-го, но повторили сотку. Диаметр проволоки считаем. Это длина, деленное на количество витков. Длина пружины 387, деленное на 43. Так и думал. 9, ребята, ровно 9. Очень интересно получилось. Почему? Сотка
показала нам 8,72, а 110 9,32. Как раз между ними вот девятка ровно посередине. Длина ручек, ну, это уже как бы уже неинтересная информация, потому что они будут 107 миллиметров. 107 миллиметров. И вес. Если кому, конечно, интересны эти параметры, взвешиваем. Вот так вот. 2,830. Конечно, жестче. Намного. 2,83. Намного сотки жестче. Но заметно очень. Если там 6 раз я остановился, то тут, видите, практически на отказку. Ну все. Давайте я вам покажу. Еще раз. Вот она, сотка. Паузу можно нажать. Еще раз посмотреть. Фактически. Видите, данные тут написаны. Фактически. Фактически. 110. Паузу можете нажать. И вот только что мы с вами заполнили. Фактически 105. Вот такие параметры. Девятая пружина. Ну вот, прошу любить и жаловать. Достаточно мощно смотрится. Вот подниму его со 110. Вот. 110. Ну, помассивнее заметно, что 110. Но вот, допустим, если сотку рядом ставил, то это видно, что сотка уступает. Ну и контровое закрытие возьму, чуть-чуть сдвину руки. Ну вот так вот. Фу, очень жестко. Все, прошу любить и жаловать, ребят. Очередной твистер в обители. 105-й, но без буквочки «С». Завода Хауинг. Все, ребят, всем здоровья. Дима, жду. Специально приготовлю для тебя задание. Будем работать. Все, всем пока. Встречаемся в обители.